и обучении летного состава поиску и атакам низкоскоростных, низколетящих целей, в настоящее время в качестве мишени используется вертолет. Однако летчик, обнаружив цель, в учебном полете не применяет оружие против реального вертолета, что исключает возможность анализировать результаты боевой атаки. Рационализаторы части под руководством подполковников Ганжи и Тарасова изготовили мишень-имитатор вертолета. Установка состоит из сварных металлических труб, соединенных с асинхронным двигателем, который обеспечивает линейную скорость вращения конца штанги до 180 метров в секунду. Установленные на имитаторе линзы Люнеберга позволяют обнаружить цель с помощью радиолокационной станции самолета, работающий в импульсно-доплеровском режиме. Имитатор легко транспортируется и может устанавливаться в различной местности. Использование мишени-имитатора вертолета дает возможность летчикам осуществлять реальные пуски ракет и объективно оценивать результаты боевой работы экипажей. Требования к психологическим качествам летчика сегодня высоки как никогда. Поэтому так важно научиться рационально использовать в полете психофизиологические резервы организма. Особую роль в этом призвана сыграть психосоматическая саморегуляция, основанная на аутогенной тренировке. За 6-7 недель регулярных занятий у летчика формируются необходимые навыки, и еще за 2-3 недели можно усвоить специальные упражнения. Я располагаюсь с максимальным удобством. Я продолжаю совершенствоваться в управлении своим телом, своим состоянием. Я полностью контролирую свое тело. Способность управлять состоянием организма, его мышечным расслаблением, регуляцией ритма сердца и дыхания, температурой тела, развивается с момента, когда звучащий с магнитофонной ленты текст начинает восприниматься как глубоко личное внутреннее побуждение. Преимущества овладения методом аутогенной тренировки очевидны. Установлено, например, что эффективность бомбометания и тактических пусков ракет повышается на 20-25%. Трудозатраты уже на первом году обучения летного состава снижаются почти в два раза. Метод оптимизации труда, получивший высокую оценку, станет неотъемлемым элементом учебно-боевой подготовки летного состава.
Учитывая угрозу надвигающейся войны со стороны фашистской Германии, партией и правительством были приняты энергичные меры перед самой войной по созданию новых образцов авиационной техники. Многие из них представлены, участники войны представлены в нашем музее военно-воздушных сил. Музей военно-воздушных сил уникальный, самый большой в нашей стране. Экспозиции музея отражают историю развития и боевых действий авиации от момента ее зарождения до наших дней. С большим интересом авиаторы осматривают самолеты периода Первой мировой и Гражданской войн. Тысячи. Десятки тысяч подвигов совершили советские летчики в годы Великой Отечественной войны, отстаивая честь и независимость нашей Родины. Перед вами самолет, который называется Ла-7 конструктора Семена Алексеевича Лавочкина. Он является уникальным экспонатом. На этом самолете закончил Великую Отечественную войну трижды Герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб. Именно на этом самолете, подаренном колхозником Коневым, он сбил 17 вражеских самолетов из 62 поверженных самолетов врага. В музее продолжается работа по сбору и реставрации редчайших экспонатов авиации. Мы находимся с вами у самолета-штурмовика Ил-2, прославленного самолета Великой Отечественной войны. Всего было создано таких самолетов 40 тысяч экземпляров. Из них ни один самолет не сохранился в таком виде. Только благодаря огромных усилий рабочего коллектива под руководством генерального конструктора Ильюшина и конструкторского бюро удалось из обломков самолета реставрировать и создать такой прекрасный самолет, который мы сегодня с вами видим. Свыше 130 типов различных самолетов и вертолетов представлены в музее, который убедительно пропагандирует легендарные боевые традиции советской авиации.